Добрый вечер. Мы очень рады, что сегодня собралось достаточно народу, несмотря на отпуска, несмотря на лето. Очень рады здесь всех видеть. И сегодня мы выступаем, как видите, в трио с замечательными музыкантами. На контрабасе сегодня играет Анатолий Кожаев. На барабанах Алексей Денисов. И с вами сегодня я, меня зовут Юлия Сагулина. Сегодня у нас программа, как вы, может быть, видели, названа «Русская», да, или «Русским джазом», и это действительно так, потому что отчасти эта музыка так или иначе связана с Россией, да, это музыка, которая, музыка классическая будет звучать, русская классическая музыка, будет музыка народная, и по большей части это наша авторская программа, мои произведения в наших общих аранжировках, в общем, будет интересно. А начинаем мы нашу программу с композиции, которая называется «Утро на горной реке», и навеяна она была моим сибирским прошлым, я родом из Иркутска. И мне довелось много сплавляться по сибирским рекам. Это такая пьеса впечатления. Thank you.
композиция называется «Дорога домой». Наверное, каждый, кто возвращается откуда-либо, чувствует какую-то музыку внутри себя. Вот у меня такая музыка. Thank you.
следующая композиция, которую мы исполним, это романс, как я обещала, будет русская музыка. И это романс на слова Марины Цветаевой, на музыку Михаила Тлевердиева в нашей обработке. И все его, конечно, знают по замечательному фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Мне нравится, что вы больны не мной.
Продолжим на личную нотку. Все-таки русская музыка, как и загадочная русская душа, это все-таки меланхолия. И следующая композиция называется «Черное море». Написана она мной тоже под впечатлением после поездки в Крым. Еще раз хотела музыкантов своих представить. Алексей Денисов на барабанах. Анатолий Кожаев сейчас проникновенно играл на басу. Но он всегда так играет. Thank you.
общем, на мажорной ноте. Более того, это музыка очень праздничная, очень известная. Сейчас мы сыграем русскую классическую музыку. Это будет Михаил Глинка, увертюра к опере Руслана Людмила в нашей джазовой промежутке.
представить великолепных импровизаторов и аккомпаниаторов и солистов. Алексей Денисов только что блистал на барабанах. Анатолий Кожаев поражал всех этим прекрасно. Я скромненько играла, делилась любимыми своими делами. Мы увидимся через буквально 10-15 минут. Приятного вечера. Начнем мы второе отделение композиции, которая называется «Лодки с облаками». Thank you.
Следующая песня была мной написана на английском языке. Называлась она изначально «Apart from you», что дословно означает «разлуки с тобой». И была написана она, когда я была в разлуке со своим любимым мужем. Но затем мне захотелось русскоязычный вариант, и я попросила свою подругу, замечательную певицу, поэтессу Алину Наниву. Она сделала мне песню русской и, на мой взгляд, очень красивой. И называется она «Теперь лечу к тебе». Ну, немного более позитивно. Почему?
Следующая наша песня — это тоже русская музыка. Не наша, да, к сожалению, не наша. Песня — это советского времени, и она до сих пор является визитной карточкой Руси, раньше была Советского Союза. Я думаю, ее представлять не надо. Thank you.
ребята от меня. Следок мы сыграем один очень задорный, веселый джазовый стандарт, который называется «It's crazy». Thank you.
большое, что пришли. Приятного вечера.